Двойная удача в день, когда звезды сошлись. Татьяна Кожухарь из села Плоть, это Рыбницкий район, выиграла 1000 рублей от IDC. В новогоднюю игру пенсионерка сыграла накануне, 22 декабря 2020-го. Магия цифр сработала, и это еще не все подарки судьбы. Поздравляем с наступающим Новым годом и с победой в этой игре. И еще надо будет продолжать играть, потому что у нас еще есть... Итоговый приз – это 100 тысяч рублей. Село Плоть. Здесь и мобильный иногда только в зоне роуминга. Но и тут не боятся проверять себя на удачу. Играют в интерактивную игру от IDC. Татьяна Кожухарь ответила на все вопросы викторины и выиграла с первого раза. Неужели повезло мне? За 60 лет мне раз в жизни повезло что-то выиграть. Вот. То все своим трудом было заработано в жизни. Может, и 5 двоек нам привлекло эту удачу. В декабре месяце получается 5 двоек. Это не повторяется. 22 декабря 2020 года. Пенсионерка всю жизнь работала в колхозе, потом в сельсовете. Сейчас они с мужем фермеры. Вчера их ждал еще один подарок судьбы. Появился на свет настоящий символ Нового года. По восточному календарю это белый бык. Наш бычок черный, но в белых носочках и бабочкой на лбу. Декабристом назвали его. Он в декабре родился на Анну, так что нету мальчик. Вот такой прибыльный день. 1000 рублей потратит на новогодние подарки внукам. Спасибо и за этот выигрыш. Пусть выигрывают и другие, пусть радуются. И здоровья всем в новом наступающем году. Думаем, что еще будем играть, надеяться на главный приз. Но кому уже фортуна повернется? Кто круче, Дед Мороз или Санта-Клаус? Каждый день IDC разыгрывает 10 призов по 1000 рублей. Для тех, кто играет в приложении «Мой IDC», приятные бонусы. А уже совсем скоро розыгрыш главного приза – 100 тысяч рублей.